Достоевский говорил, что искусство всегда современно. А раз так, то мы на самой современной площади северной столицы, ну или на самой неустаревающей. К тому же не стоит забывать, что искусство вечное, как искусство облагораживать окружающую вас среду. Именно это здесь и было сделано при поддержке компании «Газпром». Вокруг все подчинено служению прекрасному – архитектурный ансамбль, в котором солирует зодчий Карло Росси, русский музей как вотчина уже небезызвестной нам Елены Павловны, гостиница «Европа», где кто только не жил, от Льюиса Кэрролла до великого князя Михаила Александровича с его женой Натальей Брасовой. Другой великий князь Николай Николаевич-младший подарил один из здешних особняков своей любовнице. А теперь тут целый театр музыкальной комедии. Большой зал филармонии, бывшее дворянское собрание с его изысканными балами. А на углу с итальянской улицей в подвале «Бродячая собака» собирался цвет Серебряного века. Музыка и поэзия, живопись и архитектура – все это в нашем новом выпуске. С вами я, гид Павел Перец. Запаситесь наушниками, открывайте карту и гуляйте по площади искусств и прилегающим улицам.